Зовут Лариса, и сегодня это такой необычный день, сегодня 1 апреля, так как я живу в Одессе, я не могу об этом не сказать. Мы с вами поговорим на весьма серьезную тему, я считаю, что актуальную. Вот, и она, ее можно, скажем, назвать таким образом, как начать бизнес с нуля. Ну, скажем так, не совсем с нуля. И что такое с нуля? Потому что сейчас есть люди, которые думают, ну как это возможно, да, вообще с нуля начать бизнес? Мы расшифруем, что это значит, и сделаем вам конкретное деловое предложение. Очень много будет разных фишек, плюшек в конце нашей встречи, поэтому досидите до конца. Вот, я думаю, что времени достаточно, и я думаю, что вот тот период времени, который мы проведем вместе, он будет для вас полезным. Поехали. Один мудрый человек в свое время сказал, если вашего бизнеса нет в интернете, то вас нет в бизнесе. Я думаю, что на сегодняшний момент, да, это подтверждает то, что наша жизнь, то, что нас окружает. И никто с этим спорить не будет. Своими успехами в бизнесе я обязан прежде всего способности сосредоточиться на перспективных целях, думать о будущем, а не поддаваться соблазну решать сиюминутные задачи. И это тоже хорошая подсказка очень многим людям на сегодняшний момент. Не думать, скажем так, не углубляться в то, что происходит сейчас, а думать немножко наперед. Я не случайно привела две эти фразы, да, и сказала им Билл Гейтс, я думаю, что вы уже догадались, вы все грамотные люди, потому что эти фразы, они будут красной нитью проходить через все наше сегодняшнее мероприятие. Как будет состоять наша сегодняшняя встреча, чтобы вы понимали, да, план нашей встречи? Ну, первое, она займет 45-60 минут. Я думаю, что в 60 мы постараемся вложиться. Что вы узнаете? Вы узнаете о бизнес-платформе, с которым мы сотрудничаем. И как и сколько вы сможете заработать денег. Не сколько мы зарабатываем, а как и сколько вы сможете зарабатывать денег. Потому что я знаю, что людей всегда волнует вот то, что я смогу сделать, то, что я смогу получить. И на этом будут сегодня основные акценты. Вы сегодня узнаете о возможности профессионального обучения и о том, как можно получить профессию, которая вас прокормит. Прокормит в любой ситуации, при любом состоянии нашей экономики. Вы сможете узнать, как можно изменить свое качество жизни. Скажите, а меня слышно, то я не спросила. Скажите, слышно меня? Слышно. Я начала сразу говорить, да, вот не спросил, слышно ли меня. Хорошо. Если у кого-то что-то не работает, ребят, звук сделайте громче на компьютере, перезагрузитесь, выйдите на другой, скажем, аккаунт. Ну, то есть пробуйте, да? То есть, значит, что мы сможем узнать на сегодняшней встрече, как мы можем изменить качество своей жизни, опять же, вашей жизни, в лучшую сторону. Вы получите четкий, конкретный алгоритм ваших действий и эффективный инструмент для того, чтобы развивать этот бизнес. То есть мы будем стараться дать самые максимальные выжимки практических каких-то шагов. Вы получите четкие рекомендации и, конечно, поддержку и сопровождение. То есть на сегодняшней встрече вы будете, ну, скажем так, загружены информацией к размышлению. Сегодня будет два спикера, и для этого и это тоже один из наших сюрпризов. Это встреча для тех людей, которые ищут. То есть здесь, я понимаю, нет случайных людей. Это же не просто так вы там где-то блуждали на просторах интернета и сюда вот как-то ну, появились здесь. Нет, вас пригласили, а пригласили не случайно, потому что вы находитесь в определенном поиске, и вы готовы принимать информацию. И какие же люди, каким же людям это будет интересно? Если вас интересует дополнительный доход, то есть у вас есть работа, но она вас не совсем устраивает, и вы хотите дополнительных денег. Вот. Дальше. Вы хотите иметь финансовую независимость. Но финансовая независимость и работа – это, ну, скажем, не одно и то же.
А есть люди, которые хотят зарабатывать достаточно много, чтобы, ну, скажем так, не смотреть на ценники в магазинах. Если вас интересует личностное развитие, то есть вы хотите развиваться, то есть вы достигли потолка в своем карьерном росте, в своей профессии, в своем направлении, и вы понимаете, что для вас это, ну, скажем так, смерти подобно, и вы хотите расти и развиваться дальше. Вы хотите свой бизнес, но не знаете, с чего начать, нет знаний, нет достаточного количества денег, и вы в поиске, и эта встреча тоже будет для вас. Вы предприниматель, но понимаете, что сейчас, в сложившейся ситуации, ваш небольшой бизнес, он не выживет, и вы ищете альтернативу. Это сейчас очень актуально. И огромнейшее количество людей, которые относятся к среднему и малому бизнесу, они просто, ну, вряд ли удержатся на плаву. Вы хотите увеличить время, свободное время, которое будете проводить с семьей, с детьми, у вас есть деньги, у вас есть бизнес, но вы понимаете, что жизнь проходит мимо. И эта встреча тоже для вас. Мы покажем, как это можно сделать, как совместить и бизнес, и общение с семьей. Да, сейчас, правда, на карантине, наверное, общения больше, чем достаточно, но это очень хорошо. Вы, если вы ищете возможность, да, как свой бизнес передать детям. Но есть люди, которые задумываются о том, что я оставлю детям. И это тоже для вас. Кто-то хочет больше общаться, кто-то хочет помогать людям, кто-то хочет выстоять кризис. То есть все люди, которые сейчас находятся в поиске, которые, ну, скажем, могут конструктивно мыслить и смотреть в будущее, а не утонуть вот в сегодняшнем, да, вот потоке информации. Вот эта встреча для вас, ребят. Вот просто вот поверьте мне, она даст вам максимум информации и ответы на многие ваши вопросы. Что вы можете получить? Конечно же, вы можете получить возможность зарабатывать другие деньги и изменить свое качество жизни. Это вы сможете получить. А как это можно получить? Мы вам предоставим модель, мы вам предоставим готовую модель международного бизнеса под ключ с полной логистикой, поддержкой, обучением и сопровождением до результата. Вот такую вот махину сегодня вы получите, вы сегодня о ней узнаете, да? Возьмет ее тот, кто возьмет. Ну, узнаете вы точно, если вы сейчас сидите меня слушаете и не закрыли уши. И слушаете меня внимательно, а не просто оцениваете или анализируете, как, что я произношу. Слушайте, вот читайте между строк. Давайте с вами знакомиться. Ну, себя я уже представила, меня зовут Лариса, я живу в Одессе. Два слова скажу. Я по образованию экономист, но с 25 лет я занимаюсь традиционным бизнесом. Уже более, ну, скажем, более 30 лет. И 20 лет я профессионально занимаюсь бизнесом через интернет. И являюсь в этой области экспертом, специалистом и человеком, который зарабатывает достойные деньги. И я хочу с гордостью представить вам нашу команду. Команда «Олимп-24». Это разные люди, это люди из разных городов, это люди разных профессий. У нас есть врачи, у нас есть экономисты, у нас есть технологи, у нас есть психологи. Разные профессора у нас есть. То есть разные люди, которые живут в разных городах, которые живут в разных странах, у которых разный возраст. Да? У нас есть и люди старшего поколения, и совершенно молодые ребята. У нас есть целые семьи, которые работают семьями. То есть это совершенно разные люди. И это наша команда «Олимп-24». И нас объединяет одно. Мы хотим жить хорошо при этой жизни. Мы хотим зарабатывать, мы хотим путешествовать, мы хотим оставить что-то своим детям. Да? Вот. И мы действуем. Вот самое главное отличие – мы действуем. Мы не говорим, что мы все знаем, все умеем, мы учимся, мы совершенствуемся, и мы действуем в любой ситуации. И даже в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, да, мы все равно двигаемся. Притом еще более интенсивно и более, скажем, активно. Во всяком случае, у меня вообще нет с 6 часов утра до 11 нет свободной минуты. Сегодняшний момент. Вы знаете, я не хочу нагонять страсти. Я не хочу говорить, много об этом говорят. Я думаю, что многие зарываются в этой информации, не следует этого делать. Но все-таки конструктивную оценку сегодняшнего момента я хочу дать.
Что у нас происходит? У нас происходит сегодня карантин. У нас происходит сегодня кризис. И это объективная, скажем, реальность, в которой мы оказались не по своей воле. И это очень серьезный удар нанесет по среднему и малому бизнесу. И это уже, это не я придумала, не я говорю, это говорят экономисты, и это подтверждает жизнь. Очень много людей вернулось за границы, так сказать, зарубежчан. И это порядка 2-3 миллионов, которые только прослеживаются. Это люди, которые, ну, скажем так, перестали перечислять деньги, да, через наши банки, нашу, там, через нашу казну. Но это люди, которым нужна будет работа. Ребята, огромнейшее количество людей вернулось безработным. И сегодняшний момент очень существенно отразится на тех людях, которые не хотят реагировать на сегодняшнюю ситуацию. Вот я подожду, вот все будет хорошо, а вот меня пронесет и так далее. Они не меняются, они не реагируют. Коснется этот бизнес тех людей, которые хотят, да, вот, хотят что-то получить и не изменившись, и ничего не сделать. Да? Знаете, работодатели говорят, просто работодатель не хочет, вот сейчас я читаю, просто работодатель хочет за нее платить, да не, сейчас не то, что нет работы, да, сейчас просто работодатель хочет за эту работу платить меньше, потому что у него самого денег нету. А мы не хотим, люди не хотят работать за копейки, которых не хватит вообще на жизнь. То есть ситуация совершенно-совершенно непростая. Кто пострадает меньше всего? Ну, интернет-торговля – это 100%. Заказы продуктов, там, пищи и так далее. Это удаленная работа, да, фрилансер. Это телекоммуникации, да, это пищевая промышленность, потому что мы кушаем, это медицина. И, конечно же, бизнес, который называется MLM, потому что именно в сложные периоды, в периоды кризиса, которые мы переживали не один раз, именно сетевые компании, они получали такой очень интенсивный рост, очень быстро развивались, потому что люди, оставаясь без работы, они ищут возможность заработка. И сегодня, находясь дома, работа через интернет – это альтернатива любому бизнесу. Экономисты советуют, не забывайте о креативности, гибкости, умении адаптироваться к новым условиям и рассматривать ситуацию как возможность для переосмысления бизнес-моделей и жизненных целей. Просто услышьте, что нам говорят люди, которые занимаются аналитикой. Где люди могут зарабатывать деньги? Я думаю, что все уже слышали про квадрат денежного потока Киосаки. И вы, наверное, понимаете, что есть несколько видов возможностей заработка денег. Но первое – это когда мы работаем на кого-то, на хозяина, на дядю, да, это работа по найму. И здесь находится 80% населения, которых сейчас благополучно отправили на карантин, да, ну, кроме медиков. Следующая категория – это люди, которые работают на себя, самонанимающиеся люди. Есть владельцы бизнеса – это 4% и инвесторы. Ну, на самом деле, я думаю, все вы понимаете, что зарабатывать деньги можно там серьезные, когда вы уже как минимум работаете на себя, и как минимум вы уже имеете свой бизнес. Работать на найму, это по найму, на хозяина, это работать на хозяина, это на его цели, это обеспечивать его жизнь, не свою. И перемещение в этом, скажем, четырехугольнике, оно имеет определенную закономерность. Из наемного работника вы никогда не станете инвестором. Не верьте вот сказкам, которые иногда вам рассказывают на просторах интернета. Нужно пройти определенную, скажем, систему, определенные шаги. И мы сегодня с вами будем говорить о втором квадрате, о работе на себя и о возможности открыть свой серьезный международный бизнес. Хочу вам показать сравнительную таблицу, да, сравнить традиционный бизнес и бизнес MLM. Это вот для меня, как для человека, который занимался традиционным бизнесом и MLM-бизнесом, это в принципе одно и то же. Но многие люди, они видят это совершенно по-разному. И сейчас я хочу вам показать, что в принципе это одна и та же система, это одна и та же схема. И хочу, чтобы вы в это вникли и увидели. Смотрите,
Но есть существенные отличия, да, есть существенные отличия. Смотрите, для того, чтобы начать традиционный бизнес, вам нужно как минимум 10-50 тысяч долларов. Это минимум. Если кто-то начинал традиционный бизнес, напишите мне, сколько вы инвестировали в традиционный бизнес. Чтобы начать MLM-бизнес, ваша инвестиция, она может колебаться от 100 долларов до 2000 долларов. Ну, вообще смешные деньги для того, чтобы открыть свое дело. Первое. Второе. Интернет-магазин. Когда вы занимаетесь традиционным бизнесом, работаете на себя, вы должны сами создать сайт. Если этот бизнес на земле, вы должны открыть магазин, платить аренду. Вообще, это колоссальные деньги. Это колоссальные деньги. И когда они окупятся, это минимум 3-4 года. И это стоит не одну копеечку. Да? Ну, приблизительно, допустим, 10 тысяч долларов. Здесь предоставляется, в сетевом бизнесе предоставляется готовый сайт, готовая уже платформа, которую вам не нужно самой составлять. Ежемесячные инвестиции. Для того, чтобы заработать больше в традиционном бизнесе, вам нужно вложить больше, да? Чтобы заработать, я не знаю, 1000 долларов чистой прибыли, вам нужно вложить 10 тысяч или 100 тысяч долларов, чтобы заработать 1000 чистой прибыли, это примерно 60-70% от вашего дохода. Здесь ежемесячная инвестиция – это 100-200 долларов. Притом это инвестиция, которую я трачу на себя. Я думаю, все люди тратят на себя. Следующее. Ваша прибыль, она в месяц, она может быть 1000 долларов в месяц, да, и это чистая прибыль без каких-то побочных инвестиций. И она может увеличиваться, но это происходит очень сложно и очень-очень, скажем так, много факторов влияет на вот эту прибыль. Вот сейчас закрыли производство, закрылись рестораны, все, прибыль упала. Вообще они не работают, они идут в убыток. У нас на сегодняшний день бизнес развивается. Бизнес развивается и растет. И у нас можно зарабатывать, да, неограниченное количество денег, да, вы сегодня об этом услышите, которые будут расти, и это не только будут ваши усилия, но усилия, да, вашей команды. Оплата обучения, маркетинга, логистика, да, это все ваши деньги. В традиционном бизнесе это ваша ответственность. Вы платите за обучение, вы платите за логистику, за склады, за все это ваше. В нашем случае, в нашей сетевой компании, это все оплачивает компания. То есть вот эту глыбу и обучение, и постановку логистики на себя взяла компания. То есть по факту на выходе вы получаете одинаковый бизнес, но инвестиции, риски, скажем, подводные камни в традиционном бизнесе, они миллион раз больше. В нашем бизнесе, ну, я вообще не вижу риска. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, это действительно выигрыш на сегодняшний день. Что мы предлагаем и что вы получите? Мы вам предлагаем готовую бизнес-идею. Готовую. Вам не нужно придумывать, мудрить ничего. Мы вам предлагаем систему реализации идеи. То есть как это продвигать, как это развивать. Мы вам предлагаем самое важное. Вообще это архиважно, это инструмент реализации. То, что поможет вам в работе. Профессиональное обучение, и вы реально получите новую профессию, которая востребована всегда. Сопровождение и поддержку. Вы здесь будете не один, 100%, и вам помогут, вас обучат и вас поддержат. И вы получите самый лучший, не просто лучший, а самый лучший и перспективный бизнес. Сейчас я хочу пригласить следующего спикера, который вам расскажет, да, о сути нашего бизнеса, что это за бизнес, как он выглядит и как это все происходит. Я приглашаю сюда Александра Гацко. Этого человека я знаю уже 20 лет. Саша, я тебя жду, выходи. В конце я к вам еще вернусь и скажу несколько слов. И Александр представится. Саш, привет. Да, привет, привет. Привет, Лариса. Все, здравствуйте. Я ухожу, пока оставляю вас на попечение Александра. Да. Всем добрый день, друзья. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, видно, все ли отлично? Лора, закрывай экран.
Так, слышно, видно, вижу, пошли плюсики, отлично. Да, слайд. Кто мы? Ну, Лариса очень хорошо и подробно описала наше сообщество, да, сообщество предпринимателей, сообщество людей, которые хотят либо хотят приобрести либо новые навыки, либо новый бизнес, хотят приобрести поддержку, хотят приобрести опыт людей других, чтобы понять, как же им двигаться в этой жизни. И наша команда Alim24 как раз это яркий пример того, что мы можем делать для себя и для других. Несколько слов о себе. Александр, Одесса, 45 лет, традиционный и предприниматель, и топ-менеджер. 25 лет в индустрии ресторанной деятельности, создавал рестораны, создавал большие проекты и даже создавал собственный интернет-магазин. И именно поэтому, что у меня есть опыт создания своего интернет-магазина, есть опыт предпринимательства, я обратил внимание на этот проект 2 года назад. Я покажу техническую сторону и покажу, что меня здесь привлекло. И благодаря этому на сегодняшний день один мой бизнес, который есть на земле, который имеет физические окна, двери, товар, да, это вино, это у нас очень красивый бизнес в центре Одессы, он сейчас закрыт по стечению обстоятельств. Но то, что мы с женой, да, этот бизнес я делаю вместе со своей семьей, у меня даже ребенок занимается этим бизнесом, учится, мы не пропустили эту возможность. 2 года назад мы начали серьезно смотреть в это направление, получать навыки, получать знания, опять-таки, благодаря команде Alim24. И на сегодняшний день тот бизнес у меня приостановлен, закрыт, нет потока людей, деньги в товаре стоят на полках, на складе, и я не имею оттуда ни цента дохода. Этот же бизнес, этот интернет-магазин, который у меня на сегодняшний день в моей собственности, в собственности нашей семейной, да, с женой, этот проект сегодня работает. Этот проект работает не только в Украине. У меня сейчас 7 стран. 7 стран, откуда люди заходят, да, получают информацию, где-то кто-то что-то покупает. И также есть партнерское расширение, да, то есть есть филиалы. Итак, наш стратегический партнер, да, вот команда Alim24 в свое время выбрала очень крутой проект. Проект, который сделал невероятный рывок в одной из сумасшедших индустрий, я покажу чуть-чуть дальше. Этот проект сделал очень мощную платформу для создания бизнеса не только в своей стране, там, где они, да, родились, так сказать, но и масштабируя на другие страны. Этот проект создал очень мощные инструменты для того, чтобы любой человек, используя эти инструменты и используя желание, свое внутреннее желание стать предпринимателем, используя технологии интернет, мог двигаться в этом бизнесе, мог реализовывать свои желания, мечты и мог рано или поздно дойти до такого проекта своего, чтобы передать потом, да, своим детям. Именно здесь мы с женой, мы со своей 10-летней дочерью, она очень любит это и двигается. Итак, компания Genes – это Америка, штаб-квартира Орегон, 10 лет на рынке. И индустрию, в которую они внедрились, невероятно мощная индустрия, которая покоряет сейчас рынки, потому что это очень актуально. За 10 лет компания достигла вот такого покрытия. При помощи инструментов, при помощи людей с бизнес-предпринимательской жилкой в голове, при помощи невероятной логистики, при помощи мультивалютного сайта, мультиязычного сайта, я сегодня это покажу, сегодня покрытие больше 150 стран. Что это означает? Это означает, что теоретически и практически мой бизнес может развиваться в каждой из этих стран, которая, да, закрашена синим цветом. И чуть позже я объясню, как это у нас происходит.
конечно же, важно знать, с кем ты делаешь бизнес, да, потому что товар, это все понятно, то есть может быть уникальный товар, а кто твои партнеры, кто твои, те люди, с кем ты завязываешь деловые отношения. И я хочу вам представить людей, создателей этой компании, Рэнди Рэй, Уэнди Льюис, Скотт Льюис, да, это семья, которая в свое время в своей индустрии достигла невероятных успехов. И если говорить о Рэнди Рэй – это человек, который свою американскую мечту создал в IT-индустрии. Это человек, который в один прекрасный момент создал такое программное обеспечение, на которое обратило внимание NASA, и это программное обеспечение до сих пор использует NASA. Это человек, который живет на те деньги, которые платит NASA в качестве авторских прав. Уэнди Льюис, женщина, которая 5 последних лет становится в пятерке, а 3 года из этих 5 лет занимала первое место леди в бизнесе в Соединенных Штатах Америки. Женщина невероятного финансового склада ума, она создала невероятную крутую модель финансового поощрения предпринимателей в этом бизнесе, и мы с успехом это используем. Да, кстати, вернусь к Рэнди Рэй, да, то есть он создал настолько крутой продукт для NASA, и, конечно же, для своей компании он создал невероятную площадку, невероятную платформу. Лично я в разговоре со своими знакомыми называю наш проект, это Amazon в нашей индустрии, в новой индустрии. Скотт Льюис, визионер компании, невероятный стратег, невероятный мотиватор. Вот последняя встреча с ним, да, меня вселила очень крутую уверенность, потому что стратегически компания уже расписала все ходы на 10 лет вперед. Они действительно берут те ниши, которые актуальны, и делают невероятный крутой продукт, подключают сюда невероятные маркетинговые технологии. И я уверен в том, что моя дочь потом переймет у меня этот бизнес, и она будет здесь успешна, потому что, не впечатлиться невозможно. Итак, дальше. Научный совет компании. Здесь на этом слайде представлены книги тех научных специалистов, профессионалов в этой индустрии. И это люди, которых знают в каждом сегменте, все люди, которые профессионально в этом развиваются. Да? Это индустрия anti-age. И книги, которые написаны, это уже бестселлеры, люди, которые писали эти книги, да, то есть наш консультативный совет компании GNS, имея даже в своем составе людей, которые были номинированы на Нобелевскую премию, и более подробно, конечно же, вы можете посмотреть и на сайте, который вам даст ссылку, тот человек, который вас пригласил, и, в принципе, в открытом доступе этой информации масса. И я имею очень хороший фундамент того, что мой продукт, да, продукт, который у меня есть в интернет-магазине, он имеет очень мощную научную базу, он имеет очень мощное, крутое научное подтверждение. Это продукт действительно уникальный, и я знаю точно, что человек, который читает у меня на сайте либо на моей информационной странице о продукте, он задает себе вопрос, что это такое, можно ли бы узнать поподробнее. И вы об этом тоже можете, конечно же, узнать. Итак, вот рынки, да, индустрия anti-age, индустрия wellness, многомиллиардная индустрия, да, индустрия здоровья, индустрия долголетия. Это то, что сейчас невероятно актуально. Индустрия поддержки тела, да, то есть индустрия наших с вами, так сказать, форм, индустрия фитнеса, индустрия мейкап, скинкер, то есть это те индустрии, которые сейчас, как то кажут, у нас, да, на часе. Да, посмотрите, сколько людей, адептов ЗОЖа, сколько людей ищут интересные, правильную информацию, правильных людей, которые помогут им перетрансформировать свою жизнь, да, то есть устали от индустриализации, от плохой еды, от грязного воздуха. А есть уже информация о том, что человек может жить дольше, может, да, только нужно правильно подойти к этим вопросам. И что самое интересное, да, вы на этом слайде видите всего лишь небольшой такой, казалось бы, набор продуктов, но уникально в том, что есть продукты, даже представленные на этом слайде,
Я их сравниваю даже с тем, что когда вы видите на полках, допустим, там ЗОЖ-аптеки, да, либо в каталоге какой-то сетевой компании какие-то там продукты, связанные с нутрицептикой, так вот, весь этот каталог может заменить 1-2 продукта, которые здесь. И что это для меня важно, почему это для меня важно, и почему важно для моего знакомого, да, либо для клиента, с кем я общаюсь, да потому что это позволяет экономить деньги. Потому что человек, который упирается в ЗОЖ, и он ему начинает рассказывать о том, как нужно поправить свое здоровье, как правильно снабдить свой организм полезными веществами, и ему предоставляют вот такой вот счет и кучу баночек. Мы эту проблему здесь закрываем и решаем. Кстати, покажу вам сейчас очень интересный, чтобы вы увидели, насколько крутой медиа-ресурс есть у компании. Она собрала очень крутых дизайнеров, разработчиков, видео и создает видеоролики, которые используем мы, да, предприниматели, в своей деятельности для того, чтобы продвигать информацию. И я вам сейчас покажу один из таких роликов. Отлично. Ну, а сейчас я перейду непосредственно к самому инструменту. Я вам хочу продемонстрировать внешний сайт, внешний интернет-магазин, который принадлежит мне и моей семье. Здесь видите, да, Лилия, Александр, мои контактные данные. И именно так выглядит мой ресурс, который работает в 150 странах мира. В данном варианте я сейчас нахожусь на своем рынке, да, на рынке Украины. У меня есть возможность выбрать тот язык, который мне удобен. Русский, украинский, английский, либо грузинский. Почему грузинский? Потому что мы еще обслуживаем Грузию, да, у нас доставка в Грузию. Но у меня есть невероятная возможность, если говорить о выход на другую страну, выйти на другие рынки. Как мне это сделать? Мне требуется, да, выбрать ту страну, где мне, откуда у меня есть запрос на ту или иную информацию. Ну, предположим, да, Израиль. Я нажимаю «Израиль», мой магазин автоматически переходит на рынок той страны. Видите, да, язык есть. Есть английский здесь язык. И полностью мой бизнес-инструмент переходит на рынок Израиля. В валюте той страны, с логистикой в том регионе. И что самое интересное, я, может быть, даже неспроста выбрал Израиль, потому что очень часто у меня клиенты спрашивают, а вот ваша продукция, либо продукция вашей компании, она зарегистрирована на рынках, там, Израиля, либо Объединенных Арабских Эмиратов. И для них это очень такой существенный подтверждающий фактор, что эта продукция действительно очень крутая. Ну, или, допустим, да, Италия. Боже, как я скучаю по Италии и очень-очень хочу осенью быть в Венеции, где у нас будет состояться большой бизнес-форум предпринимателей. Вот, пожалуйста, я сейчас на итальянском рынке, язык итальянский, продуктовая витрина немножко изменилась по одной простой причине. В каждой стране, то есть если страна открывается, официально эти продукты должны пройти сертификацию. Компания белая, легальная, то есть она платит все налоги. И продукт не может появиться в витрине магазина, если он не сертифицирован. Да. Мы сейчас на итальянском рынке, итальянский
язык у вас на экране, валюта, да, итальянская. Хочу отметить один факт, да, те цены, которые здесь проставлены, это розничная цена. И вот здесь очень классный ключевой момент. Те люди, которые на дух, как говорится, вот не хотят они заниматься сетевым бизнесом, они вот не хотят ничего слышать о сетевом маркетинге, но вот работать в сфере продаж они хотят маржинальный бизнес. Маржинальный, то есть это разница между розничной ценой и ценой производителя. Так вот, компания дает такую возможность. Имея в собственности ресурс, да, имея в собственности этот сайт, у вас есть возможность зарабатывать, неважно, в какой стране у вас появится клиент, зарабатывать маржинальную разницу в свой электронный кошелек. Так, я возвращаюсь на наш знакомый рынок Украины. Если вы попросите ссылку на этот, на такой же магазин у того человека, который вас пригласил на этот вебинар, вы можете зайти, вот есть вкладочка «Возможности», вы можете зайти, узнать о компании. Вы знаете, вот любой бизнес строится на истории людей. Вы под этой вкладкой можете посмотреть, углубиться в создание компании, кто эти люди, какая миссия у компании и так далее. Вы можете узнать про научный совет, да, то, что я и говорил, какие врачи, какие разработки. Вы нажмете на кнопочку «Наша команда» и перейдете на информацию, в которой вы подчеркнете те нужные вопросы, которые вы хотели бы узнать о научном совете. Я приоткрою некоторую фишку. Я вам открою еще один сайт, потому что все предприниматели имеют два сайта. Первый сайт – это вот этот розничный, и второй сайт – это сайт бэк-офис, это моя бухгалтерия. Это сайт, который дает возможность проследить мне мой бизнес, откуда кто что заказал, проследить мои комиссионные, получить отчеты по моему бизнесу в разных вообще разрезах. Я могу здесь увидеть мероприятия, которые проходят в тех либо иных странах. Для чего? Для того, чтобы пригласить туда человека из другой страны, который говорит: «Саша, я бы хотел бы, ну, узнать больше о компании. Есть ли какие-то у вас там семинары, там презентации?» Конечно же, есть. Я открываю календарь, я смотрю ближайшие по рынку мероприятия и могу пригласить человека. Я могу со своего сайта видеть все заказы, которые происходят у меня в магазине и в моих филиалах, и вообще в структуре команды и так далее. Я вам сейчас вот буквально очень коротко, да, показываю статистику заказов. И что здесь, да? Ну, несколько слов. Есть дата, есть цифры, да, суммы, на которые у меня покупают клиенты. В данном случае здесь пока вот, да, значки гривны. Но, вот вы видите даже значок евро. Есть статус, который я могу видеть, как, на каком этапе находится отгрузка товара. Вот, да, вот есть ожидание, есть отгружено. Я могу нажать на, в данном случае это заказ по Украине, нажать на автомобиль, да, я вижу, что у нас заказ отгружен через новую почту. Да, мы сотрудничаем с новой почтой. Это адресная доставка прямо в руки клиента. Я вижу номер отслеживания, и, конечно же, клиент тоже этот номер может себе видеть, да, поэтому все прозрачно. Что самое интересное, заказы, которые проходят здесь, я могу их как контролировать, то есть если я поговорил с человеком, да, либо мы списались, также я могу видеть только по факту, да, я могу не знать о том, что человек что-то покупает, и только увидеть это по факту. Так, дальше, значит, я сейчас... Ага. К
магазин. Так, что еще интересно? Есть инструменты, да, то есть помимо обучения, которое мы проводим в онлайн, там, на своих вебинарах, там, на школах, да, LIM24 и так далее, существует обучение от компании. Если вы дружите с английским языком, у вас предоставляется невероятный, классный вообще продукт, обучающий продукт, который в видеоинформации, который вам, да, покажет, как использовать тот или иной элемент сайта. Так, хорошо. Я возвращаюсь обратно. Так, есть. Я вернулся, я случайно выпал из кадра. Значит, я вернулся. Вот два инструмента, которые я вам показал. Это только начало, только всего лишь два инструмента, которые я показал. А еще существует приложение для смартфона, которое позволяет весь бизнес держать в одном месте, и его, ну, украдут смартфон, либо потеряете, вы только восстановите аккаунт. И я здесь провожу очень хорошую аналогию, да, с моим бизнесом на земле. Есть стены, есть аренда, есть куча денег в товаре. Непонятно, что может произойти. Я этот бизнес с земли не вытяну, да, но я его не смогу перенести физически. Здесь же у меня смартфон, куда захотел, туда уехал. Где хочешь, где бы ты ни находился, ты имеешь возможность работать в этом бизнесе. Итак, система реализации идей и интернет-магазина. Значит, какие у нас есть вообще варианты? Можно вообще быть просто клиентом. Вот. Не хочу заниматься бизнесом, у меня и так все хорошо, и я хочу, вот, ну, кое-что из продукта я хочу, да, ну, как мне покупать, да, я вижу у вас розничные цены, но у вас же есть доступ к ценам производителя. Можно быть VIP-клиентом, никаких обязательств. У вас есть, открывается два точно таких же сайта, у вас есть доступ к ценам производителя, есть доступ к акциям. Можно продавать в розницу, да, это второй вариант. Действительно, есть люди, которые уникальные продавцы. Есть люди, чья работа, либо занятость связана с продажами, и они здесь получают великолепную возможность физически, да, иметь маржу, маржинальную разницу, работая с продуктом. А есть и те люди, которые привыкли продавать через интернет, настраивать свои там воронки продаж, там, да, там рекламу и так далее, с переходом прямо на сайт, ваш, настроить, главное, на нужную страну, написать объявление на нужном языке. Если есть переход на ваш сайт, вас человек покупает, вы получаете маржинальную разницу, да, в вашей бухгалтерии. И третий вариант, это тот, который мне больше всего нравится, это развивать и строить глобальную международную потребительскую сеть магазинов по всему миру. У меня таких сейчас стран открыто 7. Я не останавливаюсь, я вижу вообще потенциал, потому что компания реально очень крутая, крутой продукт. Мы сами очень используем некоторые продукты, которые нам сейчас нравятся. И я знаю опыт людей, моих клиентов в разных регионах, что они, какой классный эффект получают. Поэтому я настроен вообще на покрытие глобальных рынков. Вот, в принципе, да, те инструменты, которые у нас есть. Самое интересное, не нужно бояться. Конечно же, информация новая, рынки новые, да, рынок технологий, там, уникальные технологии в интернете, рынок продуктов, это все много информации. Вам не нужно этого бояться, если у вас есть желание развиваться, если у вас желание получить новую профессию, новый бизнес, обучение, которое есть в команде LIM24, персональное обучение тренеров, сопровождение, да, крутое обучение на выездных семинарах, дай бог, чтобы быстрее это все закончилось с этим коронавирусом. У вас есть максимальная поддержка от людей, поэтому в ваших руках бизнес, который в данный момент, вот, да, еще раз про аналогию со своей ситуацией, который меня сейчас кормит. Передаю слово Ларисе. Лариса расскажет вам как раз сейчас про деньги. И Лариса? Я здесь. Так, привет. Так, я не сильно там... Супер. Ну, конечно, о деньгах должна говорить женщина. Я поняла тебя, Саша. Ты знаешь, я еще раз влюбилась вот в то дело, которое мы делаем. Я понимаю, что если бы я вот сама... захотела что-то делать, я бы это не осилила. Это вообще нереально. Нас тут спрашивали о деньгах, да, тут молодой человек нам задавал вопрос, а про деньги когда будет? Ну, сейчас мы вам расскажем, поэтому держитесь, да, держитесь и слушайте. Деньги. Саш, спасибо, супер. Я просто еще раз подписалась.
Слушай, а что, это моя должна была быть часть? Нормально. Хорошо. Все, деньги. Конечно, любой бизнес, он не может быть, скажем, без, скажем, финансового какого-то продолжения. И он, люди занимаются бизнесом, чтобы зарабатывать деньги. Какие же деньги здесь можно заработать? Что здесь можно заработать? Саша уже немножко начал говорить, да, что можно быть просто VIP-клиентом, покупать себе продукцию и уже экономить, и уже зарабатывать 30-40%. Да. Можно продавать, но на продаже только не заработаете. Это, ну, $500 заработаете на продаже. И можно создать глобальный международный бизнес. Вот здесь-то самые большие деньги. С чего мы зарабатываем? Основные виды дохода. Их 6 здесь, но на самом деле их немножко больше. Первое – это прибыль от розничных продаж. Купил за, там, я не знаю, за $50, продал за $150, положил себя в карман. Первый вид дохода – это те, кто интересуется деньгами. То есть обычный бизнес, который нас окружает. Продал, купил, пожалуйста, делайте. Прямые продажи – совершенно нормально, совершенно естественно. Второе – это когда вы бонус от первого заказа. Когда у вас появляется человек, который покупает точно как вы через магазин, покупает какой-то пакет. Не просто он появился, да, и, ну, просто он сделал какой-то товарооборот, потому что деньги зарабатываются с товарооборота. Компания вам платит определенный процент от той закупки, которую сделал человек. Командные комиссионные, вот это интересно. Вот тут как бы идут деньги по нарастающей. Командные комиссионные – это когда ты получаешь деньги не только от своих личных усилий, а от усилий всей команды. Вот у вас есть человек, который живет в Израиле, в Канаде, в Гваделупе, во Франции, в Польше, в Словакии. Они делают свой бизнес, они открыли свой магазин, они развивают свой товарооборот, а вы получаете процент от всего товарооборота, от сети всех магазинов, которая развивается по всему миру. Лидерский бонус. Вообще обожаю его. Когда мои люди зарабатывают деньги, когда они успешны, у нас нет конкуренции, понимаете? Я не хочу утопить кого-то, и мне выгодно, когда человек зарабатывает деньги, потому что я получаю процент от заработка своих людей. Чем богаче мои люди, чем успешнее мои люди, тем больше я зарабатываю. Вот такой бизнес. Во всяком случае, мою систему ценностей, вот этот момент входит, ну, 100%. Повышающий бонус для того, чтобы этот процент был больше. И бонус для бриллиантов. Люди, которые закрывают квалификацию, они получают больше деньги, да, они получают премии. Есть еще возможность заработка, когда вы получаете деньги путешествиями, выигрываете путешествия. Ну, разные. Ну, основные 6 я назвала. Теперь давайте разберемся. Немножко вникнем. Основные виды дохода. Деньги зарабатываются от товарооборота. Это я сказала. Вообще я по образованию экономист, и я очень, ну, скажем, хороший бухгалтер, ну, наверное, как любая женщина. Бонус от первого заказа. Он может быть и $25, и $250. Он может $100 быть, он может быть $200, но сейчас он может быть и $400. Боже мой, в этом месяце просто сногсшибательное у нас. Вообще люди, которые сейчас начнут бизнес, они счастливчики, они просто счастливчики. Если вы сейчас услышите, ребята, вы будете, ну, реально богатыми людьми. Значит, от 25 до 400. Исправим слайд. Если у вас 10 человек, которые купили хорошую, большую закупку, вы заработали 2500 или 4000. Вообще, я говорю, просто можно обалдеть. Картинка, видите, каждый человек возьмет какой-то свой пакет, и вы заработаете свои деньги. Это деньги от вашей личной работы. Дальше. Командные комиссионные. Я говорила, когда у вас образовывается товарооборот, вы зарабатываете деньги. Вот под вами образовался товарооборот там где-то, ну, на 900 CV. Вы заработали $35. Здесь самое важное понять, это не только лично ваша работа и работа ваших людей, это работа и их людей, то есть все, что под вами, дает вам деньги. Допустим, вы закрыли 10 циклов в месяц, $350. Закрыли 20, 700. Закрыли 30, 1050. Это плюс к тем деньгам, которые вы получили за личную работу. Но более подробно мы говорим о деньгах на специальной встрече, это для тех людей, которые примут решение. Yeah.
Главное, чтобы вы почувствовали и увидели перспективу. Лидерский бонус – это когда мои люди зарабатывают деньги, я получаю процент. Вот мои люди зарабатывают на первом уровне, вот есть там какое-то количество людей, они зарабатывают 5000 долларов. Я имею свой лидерский бонус – либо 1000, либо 1500. Дополнительно к командным и к премиальным, то есть это все плюсуется. Если люди на втором уровне зарабатывают, там, допустим, 10 тысяч долларов, я имею лидерский бонус 1500. То есть с каждого человека я имею свой процент. И так на 7 уровнях. Вот тут самые большие деньги. Вот тут самые большие деньги. Понимаете? Чем больше потребительская сеть, чем больше сеть партнеров, тем больше вы зарабатываете. Я тут взяла, правда, мне сказали, что плохо видно, это немножко моего чека, и тут отражены все виды дохода, ну, большинство, да, и циклы 35 долларов, и премия с первой линии 7 долларов, и 5 долларов, и 3 доллара, и 25 долларов с подписания человека, и 35. Вот это вот мой чек за, тут, ну, если вы посчитаете, за 4 дня. 4 дня 546 долларов. Небольшие деньги, и это, может быть, не лучший, да, как бы показатель. Но я знаю, что многие люди работают с утра до вечера целый месяц, чтобы заработать 200-300 долларов. Не за 4 дня, не за 4 дня, а за месяц 200-300 долларов. А сейчас вообще ничего не зарабатывают. Их отпустили в отпуск, да, на каникулы, на карантин. А я все равно зарабатываю сейчас деньги. Что вас может остановить? Вот что вас может остановить? Я это... Кто это будет покупать? Вот как это я кому-то скажу? Продукция какая-то там, еще для чего-то, да? В всяком случае, я пользуюсь своей продукцией, я замечательно себя чувствую, вот, благодаря ей, я хорошо выгляжу благодаря ей, и у меня покупают эту продукцию, потому что она востребована, она касается человека. Как человека может не интересовать его собственное здоровье? Ну вот как можно, да, не беспокоиться о себе? И сейчас многие люди поняли, лучше профилактика, лучше предотвратить, чем потом выложить кучу денег в аптеках и врачам. Это тема актуальнейшая. Поэтому это будут покупать, на каждый товар есть покупатель. Это не будут покупать, так как у них нет денег. Ерунда. Вы знаете, если человек понимает, что за этим стоит, не вопрос денег, вопрос ценности. Вопрос того, что за каждым продуктом стоит колоссальный бизнес. Кто что покупает? Я не смогу вывести свой бизнес на достойный уровень. Я не умею красиво рассказывать о компании. Кстати говоря, проходят постоянно презентации, просто приглашайте людей. Я не умею продавать, научат. Да? И плохо, что вы не умеете продавать. Я не буду навязывать людям, извините. Я навязываю людям, чтобы они жили лучше, чтобы они зарабатывали больше. Это что, навязывание? Я не буду бегать на встречи и так далее. Вот эти моменты могут вас остановить. Это сомнения, которые для многих становятся палкой преткновения. И они остаются, извините, вот в том, в чем они сидят. Вот в том, в чем они сидят, они не двигаются дальше. А потом в конце жизни говорят, что жизнь не удалась. И это их ответственность. Потому что когда-то они испугались, когда-то они не сделали шаг и не открыли ту дверь, которая есть. Сегодня перед вами. Почему наш бизнес – это бизнес будущего? Почему он лучший? Почему? Первое – это бизнес с минимальными инвестициями. Это смешно начать бизнес, открыть свой интернет-магазин, который будет глобально развиваться по всему миру за смешные деньги. Это минимальные инвестиции, я их сейчас озвучу. Это работа на условиях мини-франшизы. Вы не просто покупаете продукт и сайт, вы покупаете мини-франшизу. Представьте себе, купить компанию «Макдональдс», да? Мини-франшиза, сколько она там стоит денег? Я не знаю, 100 миллионов, сколько она там стоит? Миллион? Не знаю. Но это колоссальные деньги. А тут вы покупаете свою мини-франшизу. Быстрая окупаемость. Практически за месяц можно окупить, если вы работаете. Притом еще пойти в плюсы. Минимальные ежемесячные инвестиции. Обучение без отрыва от бизнеса. Да? Вам не надо 4 года учиться, чтобы получить диплом, красный положить его на полочку, и он вам не пригодился. Нет. Вы учитесь, вы обучаетесь, у вас есть наставник, куратор, и вы работаете, зарабатываете деньги. Да? И вы получаете новую профессию. Новую профессию, которая даст вам выжить после карантина.
который реально даст вам выжить и вашей семье, вашим родителям и вашим детям. Это будущее ваших детей. Здесь практически, здесь вообще нет риска, вы ничем не рискуете. Свободный график, вы сами распоряжаетесь, где вы работаете, когда, с кем, сколько зарабатываете. То есть здесь нет никаких ограничений. Отсутствие всяких, знаете, как указаний сверху. И вы получаете остаточный доход, и вы получаете бизнес, который реально можно передать по наследству. Спасибо, Саша, под $1 миллион, спасибо. Я тут уже просто на эмоциях, понимаешь? Поехали дальше. Почему именно GNS и почему именно наша команда Alin24? Здесь продукция для платежеспособного населения. Она не низкого уровня, да, она не самого высокого. Это продукция VIP-класса, да, но доступные цены. Затрагивает основные ценности. Вот наша компания затрагивает и продукт основные ценности. Это здоровье, долголетие, семья, благополучие, свобода и быть полезным людям и материальное благополучие, да, благополучие. Дальше. Это возможность каждому, без особых знаний, подготовки, любого возраста, любого цвета волос, я не знаю, цвета кожи, любой человек, без особых компьютерных знаний может делать этот бизнес. Вот было бы желание, если нету, скажем, вот этого оправдания, целый паровоз и маленькая тележка, а есть желание, все получится, да? Дальше. Полностью бизнес с логистикой, с поддержкой. Все делают за вас. Саша показал, лучше не скажешь. 150 стран. Самая быстрая растущая компания, которая сделала свой первый миллиард на 6-й год, и это рекорд. Наши, скажем, компании, которые сделали первый миллиард, это вот компания Apple, да? А есть такая известная компания прямых продаж, которая называется Amway. На 24-й год сделала первый миллиард, а мы на 6-й. Ребят, просто вот считайте, вот сравнивайте цифры. Наша команда Alin24, она даст вам супер готовый инструмент для работы, обучение, приток, скажем, целевой аудитории. То есть мы 100% знаем, как это работает. Немножко перетягиваем по времени, скажите, нормально, пока воспринимается нормально, напишите мне, а я буду понимать, что вы здесь. Инструмент вашего бизнеса. Это система, это инструмент Alin24. Это наш эксклюзивный инструмент команды Alin24. Здесь есть все. Здесь есть воронка, которая вам не надо самому создавать, которая стоит кучу денег, да, минимум $300, вот, которые вы можете настроить на любую целевую аудиторию, и люди будут к вам приходить. Здесь есть, каждый день проходят встречи, и есть встречи-записи, которые вы можете дать человеку, и если он не умеет и не знает или не хочет сам говорить, он дает готовую информативную встречу. Есть мужчины, есть женщины проводят, пожалуйста, под любую целевую аудиторию вы подберете спикера. Здесь есть прослеживание всех ваших людей. Здесь есть модульное обучение, где вас научат с нуля, как начать развивать свой бизнес. И с близкими друзьями, и на просторах интернет, и как работать по рекламе, и как настроить рекламу, и что такое лидогенерация. Вас всему научат. Геннадий, сейчас начнем бизнес, готовьтесь. Вот, всему научат на ресурсе Alin24. Подведем итоги. Вы получаете, Геннадий, готовый международный бизнес в 150 странах, мини-франшизу, эффективный инструмент для работы и ведения бизнеса, профессиональное обучение навыкам всему, да? То есть вы получаете новую профессию, профессиональное сопровождение, работа в команде, другое качество жизни, благодаря вот той информации, которую вы сейчас услышали. Если это не для вас, все остается по-прежнему. Картинка говорит сама о себе. Не буду занимать ваше время, расписывать это в красках. Первые ваши шаги, Геннадий, делюсь опытом и говорю конкретные шаги, что нужно делать. Первое. Обратиться к человеку, который вас пригласил. Вас туда пригласили? Вот сейчас наберите телефон или выйдите с ним в скайп.
пожалуйста, скажите ему спасибо. Скажите спасибо, что он не обошел вас и пригласил вас на эту встречу. Следующее. Вы регистрируете и покупаете свой интернет-магазин, своего, скажем, бизнеса. Вы покупаете свой бизнес. G-Office, то, что Саша показывал, да, уже готовое. Просто вписывайте свое имя. Стоит это 29,95 плюс НДС той страны, в которой вы живете. Но в конце будет сюрприз, будет новость. Вот сегодня просто потрясающие новости. Дальше. Вы берете в аренду наш ресурс Alim24 для своей работы, для облегчения своей работы, для скорости, чтобы было быстро, да, чтобы не тормозить, а чтобы было быстро и эффективно, вы берете ресурс Alim24 в аренду. Я вам рекомендую настоятельно посетить эффективный старт GNS и выбрать себе регистрационный пакет, потому что компания предлагает определенные выгодные, очень выгодные пакеты для себя, чтобы понять, что за продукт, с чем вы будете работать, кому что предложить, как это все действует. То есть это есть одно из условий. Хотя даже купив магазин, вы уже можете зарабатывать деньги. Дальше. То есть выгодно для себя, вы ищете выгоду, потому что вы помните, это бизнес, и бизнес создается с товарооборота. Посещаете по пятницам, у нас проходит такое мероприятие, брифинг по пятницам на Олимпе, да, чашка кофе, да, с нашим лидером. И тут вы можете задать любые вопросы, которые вам будут интересны. Ну, скажем, это больше для наших партнеров, но сейчас это можно и для приглашенных. И обязательно забронируйте себе место, на нашем модульном обучении. То есть первые шаги, я вам сказала, звоните человеку, покупайте магазин, потому что с того момента, как вы купите магазин, вы зафиксировались в системе, да, вы купили свое бизнес-место, все, что будет происходить под вами, будет приносить вам прибыль. Вы получаете не просто бизнес, вот я хочу, чтобы вы поняли, который может закрыться, который карантин, на который может поставить крест. Вы получаете вообще другие возможности и доступ к другому качеству жизни. Мы вам не предлагаем схему, как быстро заработать, потому что такими схемами интернет, он просто кишит. Он просто кишит, и я вообще умиляюсь, когда люди на это покупаются. Мы вам предлагаем систему, а не схему. Систему, как стать богатым. Конечно, каждый степень своей, скажем, активности, потому что если вы ничего не будете делать, вы ничего не заработаете, вы ничего не получите, деньги с потолка не падают. Да, да. Конечно же, весь продукт сертифицирован. Дальше. Присоединяйтесь к нами. Когда кто-то погрузился вот сейчас в систему, вы выбираете такую ожидательную позицию, вот закончится, да, карантин, я сейчас займусь, я не знаю, вкусности покушаю, в семью погружусь. Вы знаете, все можно совмещать при правильном планировании. Мы сейчас работаем. Когда кто-то думает, как ему потом выжить, и выживет ли он потом, мы сейчас работаем. Не ждите окончания карантина. Начинайте строить свой бизнес. Может быть, это будет, ну, скажем, альтернативное такое направление. Может быть, это будет еще один бизнес, как у Саши с Лили, да, у них два бизнеса, которые сейчас не сильно, да, как бы работают, а этот работает. Не садитесь, да, не ложите яйца в одну корзину. Вот в любой ситуации, если где-то работаете, сейчас вас, скажем, сократили, начните что-то делать. И это не вопрос денег, это всегда вопрос решения, вашего принятого решения и ваших действий. А теперь подарки. Эксклюзивное предложение для вас от компании GNS. В апреле месяце вы можете зарегистрироваться, открыть свой магазин за смешные деньги, за $1, при условии покупки регистрационного пакета. Не просто сейчас вы наштампуетесь по $1, нет. Если вы сразу уже приняли быть серьезным партнером компании, выбрали себе регистрационный пакет, вы можете зарегистрироваться за $1 и купить себе регистрационный пакет. То есть не платить $36, а $1. Хороший подарок, $35. Дальше. Есть пакет основателей, который дает вам возможность получать процент от товарооборота компании. Это, знаете, как получать, быть
с инвестором компании, получать процент от компании, от мирового товарооборота компании, пакет основателя. Это вообще бывает раз в году, и то не каждый год. Раз в году и не каждый год. Сейчас в силу определенных ситуаций, которые есть в наших странах, то, что сейчас экономический кризис, компания решила пойти навстречу людям. И к каждому пакету, даже к маленькому пакету, идет подарок. И эти подарки, поверьте мне, они стоят $100, $200. То есть подарки очень существенные, очень существенные. Эксклюзивное предложение от команды «Олимп». Мы, конечно, не могли остаться в стороне. И для тех людей, которые регистрируются сейчас, вот в течение суток, мы даем на месяц бесплатно, аренду бесплатно наш «Олимп-24» месяц. И мы даем 2 урока модульного обучения, который стоит $50, тоже бесплатно. В принципе, мы вам дарим еще $60. Да? То есть подарки к пакету мы дарим. То есть где-то вы можете вложить, допустим, какую-то энную сумму и 100%, как минимум $160 получить сразу в подарок, начать сразу зарабатывать. Я хочу сказать вам, на сегодняшний день, буквально пару слов скажу, на сегодняшний день так сложилась ситуация, не от нас зависящая. Мы можем рассуждать, думать, почему, это нас испытывает природа, это нам дали отдохнуть, это кто-то это сделал или не сделал. Мы не знаем и, возможно, об этом никогда не узнаем. Но сейчас все оказались в определенной ситуации. Большинство людей сидят дома на карантине. Кто-то может работать дистанционно, удаленно. Кто-то не может работать удаленно. У кого-то вообще, скажем, такая ситуация, что деньги заканчиваются, им нечем платить, вон говорят, что за квартиру не платят, по кредитам не платят, и люди не знают, что будет происходить. Однозначно будет расти армия безработных, потому что перештампуется, пересортируется наш рынок, пересортируется наш рынок, и некоторые профессии вообще уйдут. Говорят, что некоторые работодатели, наоборот, обрадовались, что они могут, дать людям уйти, потому что потом они возьмут назад только тех людей, которые им нужны. И тут и возраст учитывается, профессиональные возможности и так далее. То есть все мы оказались в одинаковой ситуации. И сейчас каждый выбирает свое. Кто-то думает, кто-то расстраивается, кто-то бьется в истерике, кто-то ругает всех и вся, а кто-то действует. Кто-то действует. И сегодня мы вам предложили реальный инструмент, реальный бизнес, который может начать каждый человек. Вопросы или отговорки: у меня нет денег, у меня нет знаний, я не знаю как, не могу и так далее. Они все сведены на нет. Потому что, вы знаете, начать бизнес даже с $200 – это смешно, это смешные деньги. Сейчас в продуктовых магазинах, извините, туалетная бумага скупалась на эти $200, и она теперь лежит у вас на полках магазина. А здесь вы можете открыть свой бизнес и обеспечить будущее свое и своих детей, и своих родных. То есть вы не вкладываете, вы не выбрасываете деньги, вы инвестируете в свое будущее, в будущее своих детей, в будущее своих родных. Вы откроете бизнес, который будет развиваться, который будет процветать, который вы можете развивать по всему миру. Притом вас научат, как это делать, вам помогут, как это делать, вас возьмут за руку и проведут от начала и до результата. У кого-то это будет быстрее, у кого-то это будет медленнее. Мы все разные, у всех разная скорость принятия. Но я искренне желаю каждому оценить ту ситуацию, которая у него есть, посмотреть пару лет, которые они прожили, и посмотреть, сильно ли их жизнь изменилась. Они купили новую квартиру, вы купили новую машину, вы много путешествуете, нет. Если ваша жизнь на протяжении каких-то пару лет не менялась, и вы хотите, чтобы что-то изменилось, начните действовать по-другому. Делайте другие вещи.
Я всем желаю принять правильное решение, я всем желаю успехов, я всем желаю процветания, здоровья, чтобы скорее закончился карантин и в ваших кошельках денег не убавилось, а прибавилось, чтобы вы не почувствовали этого кризиса, чтобы вы не почувствовали, да, упадка, чтобы после кризиса, да, как говорят все сейчас очень модно, одни говорят, что кризис – это разрушение, а другие говорят, что это возможность. Вот пусть для вас сегодняшняя ситуация, даже не хочу называть ее, станет просто колоссальной возможностью. И наша встреча будет для этого толчком. Спасибо вам. Пока-пока. С вами была Лариса и, конечно же, Александр. До свидания.